Ребят, сейчас я вам покажу, вот что у меня в этом пенале. В основном в моем пенале и вот в таком пенале. Начнем с вот этого маленького. Вот, тут получается маркер оранжевого цвета, фиолетовый. Еще с прошлого года зеленый. Дальше такая срачка. Блин, она у меня уже 3 года. Даже больше, чем 3 года. И вот до скольки ее только. Вот она была вот тут. Вот такой. И стало только все. Карандашики. И запасная ручка. Вот так вот. Покрутить и все. Вот. Это все лежит в этом. Загружаем обратно. Сверху в этом. Чуть без баня. Ближе к стару. Вот так, такие два маркера. Мои самые любимые. Розовый и желтый. Дальше. Ручка. Несколько цветов. Получается оранжевый, зеленый, фиолетовый, черный, синий, красный, но стержень потерялся. И все. Дальше идет вот такая линейка. Прозрачная. Неудобно. Вот. Вот такая ручка. Жутко тонкая. То есть в наборе там идет таких 4 ручки. Синего пишут. Синим пишут. Но вот эти сами цвета, то есть тут оранжевый, там еще зеленый, синий. Не, голубой, зеленый. Такая ручка, тут 10 цветов мама подарила давненько. Мне хорошо пишут. Дальше. Маркер. Я еще лентой пользуюсь, потом вот такая линейка. Ладно, не думаю, вот этот. Тут 2 карандашика с Hello Kitty. Так, тут серебристый рисунок, а тут розоватый. И вот такой уникальный. Такая уникальная резинка. Видите, какие вот тут уже протерли. У меня таких вообще, такие 2 вообще резинки. Сейчас покажу вам. Покажу вторую. Да, у меня тут бардак. Вот. Вот такая еще резинка. Ну, похоже, только фиолет. Вот. Ну, а теперь на этом видео мы закончим. И я вам в следующем покажу, что мне подарили сегодня. Начало марта.